звездочка, это пустые, значит. Да. Это вот эта самодельная игрушка? Нет, это классическая игрушка, которая шла на первой кассете. О, класс. Так, давай, 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 опа. Такой, там сейчас тут заряд. Камни, камни сыпятся. Все, прыгаем. Прыгаем. Не хватит. Я не сейчас, Федя, тут невозможно. А, кстати, если тут будет еще хоть один человек, а тут вроде как должен один человек быть, который тоже микрошей занимается. Я его никогда не видел. То ли его Тимур зовут, то ли... Я не помню. Миш, прости. А что вообще за история там? Тролли и... Вот. Короче, в этой игре можно было сделать, остановить ее и прямо курсором нарисовать этот самый, ну, уровень, просто еще дополнительный, тут лесенки можно было нарисовать. Короче, вручную отредактировать. Прямо по ходу игры, короче, редактируешь и тут же еще играешь. Это встроенный чит в игру получается. Да. Тут, я не помню, какими кнопками это делается. Но причем это... Ну, давай, прыгай. Сейчас. Фух. В этой игре... Да, мы уже начинали, значит, уровни проходят следующим образом. Первый уровень проходится, второй. Потом снова тебя выкидывают на первый. Проходишь второй, третий. Это потом первый, второй, третий, четвертый. И тут всего 5 уровней, но для того, чтобы до 5-го добраться, нужно по нескольку раз проходить предыдущие уровни. Ясно. Еще тикает время. Надо еще во время уложиться. Да, то есть не успеваешь все, но зато много попыток. Вот. Но из-за того, что она такая длинная и вот такая... Попытки, короче, обычно кончаются быстро. Да.